Всем привет! Сегодня готовлю легкий, интересный, вкусный салатик на скорую руку. Одну красную луковицу нарезаем полукольцами. Вжимаем туда сок лимона. И оставляем на 10 минут мариноваться. В сковороду добавляем сливочное масло. Через пару минут выкладываем стручковую фасоль. И обжариваем несколько минут. Нарезаем один помидор. В миску выкладываем консервированную кукурузу, помидор, стручковую фасоль, немного маслин, 1 столовую ложку растительного масла, 1 столовую ложку соевого соуса. Немного солим и перчим по вкусу и все хорошо перемешиваем. Добавляем замаринованный лук и снова перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень сочный, аппетитный, а готовится всего 10 минут. Желаю вам приятного аппетита. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.